Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности. Попытки замолчать эти события недопустимы и безнравственны. Об этом говорится в телеграмме, который Владимир Путин направил участникам мемориального вечера, приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста. Там же вручили премию за особый вклад в сохранение памяти о жертвах этой трагедии. Лауреатами стали волонтер Анатолий Карнаух, художественный руководитель Геликон оперы Дмитрий Бертман, президент фонда «Холокост» Алла Гербер и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Символом этой совсем молодой, но весьма неординарной премии «Хранитель памяти» является зажженная свеча. Для меня, я думаю, что и для нас всех, она воплощает неугасимый свет памяти об одной из самых ужасных трагедий в мировой истории о Холокосте. Преступления, совершенные нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, окончательное решение еврейского вопроса – это одна из самых страшных и позорных страниц новейшей мировой истории. И мы просто обязаны сделать все возможное, чтобы мир никогда не забыл о них, чтобы такие чудовищные преступления никогда больше не повторились.